Привет, меня зовут Эдат, и это заявка на Майншот. Стоп, у меня же нет компьютера. У меня только телефон. А, тогда это заявка на Маламу. Всем привет, ребята, меня зовут Эдат, и это заявка на Маламу Академию. Сегодня мы рассмотрим, что такое Малама, кто ее создатель, как на нее попасть и все вот это вроде. Малама это игровой сервер, что и Майншилд, только Малама это Майншилд на телефон. Даже некоторые майншилдовцы об этом говорили. Допустим, Кролик Мун. Знаешь, есть такой проект Майншилд, но игровой подруг называют Малама. Малама Академия. Короче, Малама это очень забавная тема. Вот. Малама это очень забавная тема, я очень типа. И у меня почему-то это смех вызывает, типа. Малама Шилд, Малама Академия, вообще мем. Ну. А Сэгби даже не знает. Ты слышал что-нибудь о Маламе? Я бы о Лабуге слышал. Что-то. Я спрашивал у жирафа, но он так и не ответил. Малама становится Майншилдом 2.0. У них уже есть разоблачители свои и все такое. А я просто буду выступать как Сталин и буду создавать свою империю. Я даже для этого сделал свой скинпак. И даже не замечайте, что здесь как бы вообще игра в кальмара, потому что я просто поменял скины на свои и все. Ну, то же самое и с моим, как бы... Скинпаком, да. Малама это игровой сервер для друзей и строителей, а то есть, чтобы попасть на него, ты должен хотя бы, ну, строить, либо делать какие-то стоун-механизмы. Ну, знаете, не знаю, как вы, но у меня довольно хорошо получается вот строить, вот, получается, да? Вот смотрите, какие у меня вот красивые дома просто. Вы просто посмотрите, какой он офигенный просто. Я очень хорошо умею строить. Вот это вообще статуя бога нашего, которому мы будем поклоняться просто. Будем поклоняться ему в нашей республике и в нашей цивилизации. Извините, не о том. Так вот, вы должны уметь красиво строить хотя бы вот такие здания. Если кто-то не понимает, что это такое, это строил я с... Я пытался повторить дачу, получается, Сталина, который ближняя к Кунцево, вроде бы. Сейчас вы увидите фотографии этого здания в реальности. Вот эти фотографии. Прикольные довольно, да? Я не знаю, получилось ли у меня, но у меня не получилось, потому что я не знал, как оно выглядит. То есть мне пришлось сделать вот так вот. Ну, я где-то находил там, типа, вот так вот было, и поэтому мне пришлось сделать вот так, типа. Здесь будет, конечно, еще добавлено, но это уже потом. Строить вы можете что угодно. Такие вот миниатюры, получается, здания, башни. Конечно, у меня по-говняцки получилось. Ну, это я сам строил, если что. Особенно, вот смотрите, вот эта шпилька мне трудная была. Вот даже вот мой клон показывает на нее. Вот видите, он такой крутой, да? Ну, конечно, как же здесь без багов, да? Угу. Вы можете строить различные бесконечные фермы. У меня вот автопечка такая. Вот, смотрите, там дальше получается бесконечная ферма тростника. Тут вот бесконечная ферма меда. Смотрите, сколько у меня меда уже. Ну, целых три, конечно, недалеко потеря. Ну, да ладно, тоже есть хоть что-то. 23 тростника, ну, тоже нормально. Ну и что вот у меня переплавилось? Ну, это то, что я ложил, значит, все правильно. И вот, получается, здесь осталось 8. Так вот, я хочу подать заявку на Маламу Академию. Почему? Потому что я видел в Ютубе, довольно много людей подавали заявку на Маламу Академию. А то есть, наверное, не подавали заявки. Давайте... Да, это заявка. Мои старания вы видели уже в... Ну, немного дальше, но давайте все равно покажу. Так вот, что у нас получается? У меня есть вот такой домик, который мне слегка как бы не понравился. Вот такая говняцкая башня, ну, я уже это говорил. Ну, да ладно, вот такой вот получается особняк дача Сталина. Вот эти два домика, которые мне очень сильно нравятся, просто вот этот топчик. Такие миниатюры, также вон там вот реликвия наша, которой мы поклоняться будем. Вот такие бесконечные фермы, а то есть это все мои старания. Автопечка, всякие вот такие здания. Даже сейчас два скриншота будет. Ну, второй я не нашел, но хотя бы так. Я хотел, помню, здесь записать сериал, записал эту серию, понял, что говно, и удалил.
Все-таки как-никак это заявка на Маламу Академию, но не на саму Маламу. Раньше можно было подать заявку на сразу Маламу, а теперь только на Маламу Академию. Формы заявки, подачи заявки можно увидеть прямо сейчас на экране. Мне давайте сразу отвечу я. Мне 13 лет, играю в Майнкрафт более 2 лет, или вроде бы 3, где-то примерно так. Сколько времени я готов выделять проекту? Я готов выделить проекту все свободное время, либо по выходным все свое время. То есть все свободное время. Я хочу попасть на Маламу Академию, чтобы найти новых друзей, создать свою цивилизацию, создать свою республику и что-то тоже в этом роде. Что я умею? Я умею строить небольшие миниатюры, здания, статуи и все в этом роде. Доказательства на мои старания вы уже видели, но все равно сейчас прикреплю скриншоты. Куда подавать заявку на академию? Заявку надо подавать на заявки. В новостях опубликовывают новость о том, что скоро пойдет отбор на какой-то проект. И вы должны быстренько накидать себе заявочку и ее потом туда кинуть. Как понять, что вас приняли на Маламу Академию, либо отказали? Под вашей заявкой может появиться галочка, либо ничего, либо крестик. Если появился крестик, значит вам отказывают. Если галочка, вы приняты, но там вроде бы что-то будет отбор. И там, где ничего не будет, там уже будет решать глава этого сервера. Кто придумал все эти проекты? Это придумал все Харт. Харт, если ты хочешь взять меня на Маламу Академию, то вот мой Дискорд. В вашем Дискорд-сервере я подписан как Иосиф Сталин. Еще с префиксом. Расстрелять! Также мой Дискорд-сервер указан в описании. Там также и Телеграм. Наша группа во ВКонтакте, ВК и все по мелочи. Ну, если тебе понравилось это видео, то поставь лайк и подпишись на мой YouTube-канал. А я пошел спать, потому что у меня почти 3 часа ночи. 2:48. Всем спокойной ночи, кто сейчас пойдет спать. А кто сейчас кушает, всем было приятного аппетита, получается. Всем пока, ставьте лайки. И, Харт, не задерживайся с ответом, пожалуйста, напиши мне, принят я или нет, пожалуйста. Я хочу на Академию.